Как влияют жиры на общую смертность и смертность от различных заболеваний? Недавно вышел обзор, в котором обобщают данные по влиянию различных жирных кислот на общую смертность и смертность от различных заболеваний. Давайте его рассмотрим подробнее. Первое – это насыщенные жирные кислоты. Ими богаты продукты животного происхождения, а также тропические масла. Их влияние. Следующее – это трансжиры. Трансжирные кислоты. Они подразделяются на естественные и искусственные. Естественные встречаются в мясных и молочных продуктах, а искусственные чаще всего получаются с помощью гидрогенизации растительных жиров. Их влияние. Кроме этого, существуют мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. По-другому их называют омега-3, омега-6 и омега-9. Омега-9 – это мононенасыщенные жирные кислоты. Основная мононенасыщенная жирная кислота – это олеиновая. Влияние мононенасыщенных жирных кислот. Омега-6 и омега-3 относятся к полиненасыщенным жирным кислотам. Моно- и полиненасыщенные жирные кислоты в большей степени содержатся в продуктах растительного происхождения. В растительных маслах, орехах, семенах, авокадо, оливках. Омега-6 жиры содержатся в большом количестве продуктов. Их влияние такое. Омега-3 жирные кислоты встречаются в растительных продуктах, а также в рыбе холодных морей. В рыбе холодных морей содержатся длинноцепочечные омега-3. Это самые полезные жирные кислоты. Их влияние на смертность такое. Выводы. Питание с высоким содержанием омега-3, 6 и 9 жирных кислот полезно для здоровья. Улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни поможет диета с увеличенным содержанием моно- и полиненасыщенных жиров и со сниженным содержанием насыщенных жиров и минимальным трансжиров. С вами была Наталья Павлюк, врач-диетолог. Была рада вашему вниманию.